В Украине американский футбол продолжает набирать популярность. Так, свой чемпионат в этом месяце проводит Украинская лига американского футбола. Матч 4-го тура высшей лиги между столичными командами «Патриоты» и «Бандиты» посетила наша съемочная группа. В Украине, где традиционный футбол, он же сокер, уже стал своеобразной религией, заокеанская игра со сложными правилами имеет свою армию почитателей. Вечером в рабочий день на трибунах киевского стадиона «Спартак» их собралось немало. Болельщики «Бандитов», они в красном, и «Патриотов» в камуфляжной форме разделились по секторам и активно поддерживают своих любимцев. Ваши аплодисменты нападению «Патриота». Американским футболом лучше начинать заниматься, уже имея базовую спортивную дисциплину, например, бокс, футбол или баскетбол. Но если есть сильное желание, а это главное, можно начинать и с нуля. Играющий тренер защиты «Патриотов» Игорь Процких рассказывает, что изначально игра привлекла его своей динамичностью, а затем покорила тактическим разнообразием, как в шахматах. Каждый отдельный розыгрыш – это очень хорошо спланированная серия комбинаций, движение игроков, и задача одних обмануть и, соответственно, пройти, и задача защиты предсказать, что будет делать нападение и сделать контрреакцию на их действия. Поэтому в первую очередь это тактический вид спорта, где нужно понимать, что происходит на поле. Хотя, опять же, человек, который не очень хорошо разбирается в правилах, со стороны это просто куча людей бьется, бьется и бьется. Сейчас в чемпионате Украины выступают около 20 команд в разных дивизионах. В высшем всего 4. Кроме «Патриотов» и «Бандитов» еще «Бульдоги» и «Лесорубы». Последние – лидеры турнирной таблицы. Украинские команды также участвуют в международных встречах. 10 июня «Патриоты» в Киеве на стадионе «Динамо» сыграли товарищеский матч с командой «Фалконс» – сборной лучших игроков Объединенных Арабских Эмиратов. И победили 18-14. Теперь главная задача украинцев – прочно интегрироваться в международный американский футбол. До конца года мы планируем провести еще минимум 2 товарищеских матча в рамках разных кубков, таких дружб с другими командами зарубежными. А что касается сборной, то в этом году запланирован первый сбор за последние 5 или 7, наверное, лет в сентябре. И запланировано 2 товарищеские игры для сборной Украины. Одни из соперников, которые потенциально готовы с нами играть, это та же сборная Белоруссии, сборная Турции и сборная Польши, насколько я знаю. В этом матче со счетом 30-20 победу отпраздновали «Бандиты». В чемпионате Украины командам предстоит еще сыграть 2 тура из 6. Финал в середине июля. Так что еще есть время подучить матчасть американской игры обмана и стать одним из фанатов зрелищной зарубы. Елена Дидух, Тимофей Сорокин, UATV.